Привет, добро пожаловать на канал Информ-ТВ. Ирина Винер-Усманова широко известна в России как талантливый тренер по художественной гимнастике. Со своим мужем, крупным бизнесменом Алишером Усмановым, она познакомилась 45 лет назад, но их отношения продолжаются до сих пор. Недавно Ирине исполнилось 73 года. Но у нее еще огромное количество творческих планов. Личная жизнь будущего тренера складывалась также сложно. Ее первый брак оказался неудачным, поэтому она предпочитала даже не вспоминать имя бывшего мужа. Тем не менее, в этих отношениях родился сын Антон. Не забывала Ирина и о своей карьере. Она тренировала сборную Узбекистана по художественной гимнастике вплоть до 92 года и только потом решила уехать в Москву. Там она продолжила заниматься тренерской деятельностью, но уже с российской сборной. Именно в Москве Ирина и встретила своего будущего супруга Алишера. Хотя пара знала друг друга раньше, но они не были близко знакомы. Между молодыми людьми вспыхнула любовь. В 80-м году Алишера обвинили в коррупции и посадили в тюрьму. В дальнейшем это дело было признано ошибочным, но Ирина все эти годы терпеливо ждала своего жениха. В 92-м году они поженились. Впрочем, супруги сразу же решили жить отдельно. Несмотря на это, у них сохраняются теплые чувства друг к другу. Усманов помогал воспитывать сына Ирины от первого брака и очень полюбил его, так как совместных детей у них нет. Необычные отношения Винер Усманова объясняет просто. Ее больше радуют редкие встречи с супругом, чем ежедневная рутина. Антон сегодня является успешным бизнесменом. Он владеет сетью ресторанов и салонов красоты. Он женился и подарил маме внуков – Даниила и Леонида. Они уже тоже выросли и в данный момент учатся в университетах. Но жизнь Антона тоже не всегда была простой. Был тяжелый развод, но вскоре он все-таки нашел себе новую спутницу жизни – дизайнера Александру. Она тоже родила ему сына. Жизнь знаменитого тренера сложилась прекрасно. Единственное, о чем мечтает Ирина сейчас, это рождение внучки. Что ж, пожелаем ей, чтобы ее мечты сбылись.